Привет, плехановцы! С вами Петрова Екатерина, и вы смотрите программу «Стажировки для вас». Наша программа для тех, кто заботится о своем будущем и хочет построить успешную карьеру. Слушайте внимательно и ничего не упустите, ведь, возможно, именно сейчас вы сможете найти что-то интересное для себя. И первая стажировка будет проходить в компании «Вымпелком». «Вымпелком» является одним из ведущих поставщиков услуг связи в России и осуществляет деятельность под брендом «Билайн», который является одним из наиболее известных брендов в России. ОАО «Вымпелком» обеспечивает голосовой связью, услугами передачи данных, фиксированным широкополосным интернетом, цифровым и дейта-сервисом более 200 миллионов человек. Компания ищет стажеров по направлению PR, маркетинг, продажи, реклама, IT, аналитика и многим другим. Проходя стажировку в Билайн, вы станете частью глобальной компании и отличной команды профессионалов, где приятно открыто общаться и всегда приветствуются новые идеи. Вас ждут интересные задачи и возможность показать яркий результат. Если вы студент 3-4 курса бакалавриата или 1-2 курса магистратуры очной формы обучения, знающий английский язык на уровне APA Intermediate и выше, готовы решать сложные задачи, стремитесь к постоянному развитию и умеете работать в команде, то вы прекрасно подходите для стажировки в Билайн. Узнать более подробную информацию вы сможете на сайте, представленном на экране. Компания GTI также предлагает студентам программу стажировок. Japan Tobacco International входит в число крупнейших компаний мира и занимает первое место в России среди производителей в секторе FMCG. По результатам ежегодного международного исследования Top Employers Institute компания в третий раз признана лучшим работодателем в России. Продукция GTI продается в 120 странах мира. Офисы компании расположены в 95 странах, где работают около 26 тысяч сотрудников, представителей более 100 разных национальностей. Стажировка JUMP в рамках работы данной компании – это возможность получить опыт работы в той области, которая вам по-настоящему интересна – бренд-маркетинга, торгового маркетинга, поддержки бизнес-решений или управления продажами. Компания ищет студентов старших курсов или выпускников, свободно владеющих английским языком, имеющих аналитическое мышление, отличные коммуникационные навыки, хороший уровень владения ПК, а также желание повышать свой профессиональный уровень. Подробнее ознакомиться с программой стажировки можно на сайте, представленном на экране. Следующая стажировка будет проходить в компании Bibidoo Group. Bibidoo Group – один из наиболее значимых игроков рекламного рынка. Рекламно-коммуникационная группа Bibidoo состоит из 20 креативных, медийных и специализированных агентств. В числе достижений холдинга – победа на Каннских львах, первые места в рейтингах самых креативных агентств и награды как одному из лучших работодателей России по версии ведомости и HeadHunter. В портфолио Bibidoo Group – работа с международными брендами, в том числе PepsiCo, Mercedes-Benz, Visa, Procter & Gamble, IKEA и Nike. Интерны Bibidoo активно вливаются в проектную работу с самого первого дня в компании. В середине стажировки они начинают заниматься собственными проектами и помогать постоянным сотрудникам компании, которые ведут крупные бренды. И делать это придется в режиме 24/7, как уверяют бывшие стажеры холдинга. При наличии открытых вакансий можно будет устроиться в штат Bibidoo сразу же после прохождения стажировки. Компания находится в поиске студентов 4-6 курсов или выпускников с хорошими навыками пользования ПК, владеющих английским на уровне APA Intermediate и выше, любящих общаться и готовых к работе. Если вы подходите под описание для данной стажировки и вам интересна данная программа, то за более полной информацией перейдите по ссылке на экране. Еще одну стажировку предлагает компания General Electric. GE – мировой лидер промышленности и цифровых технологий. Штат сотрудников компании насчитывает более 300 тысяч человек, работающих в 175 странах мира. GE способствует выходу мировой промышленности на принципиально новый этап развития. Соединяя цифровое и промышленное оборудование, GE предлагает клиентам передовые, хорошо прогнозируемые, связанные между собой технологические решения. Стажировка в GE – это бесценный опыт работы над интересными и сложными проектами под руководством самых лучших специалистов в своей области. Это превосходная возможность начать успешную карьеру, познакомиться и установить прямые контакты с лидерами бизнеса. Компания ищет стажеров по направлениям экономика и финансы, инженерное дело, продажи, логистика и IT. Основные требования, предъявляемые к будущим стажерам, это обучение на очном отделении вуза на 3-м курсе и выше, возможность работать 25-40 часов в неделю, уверенное владение английским языком, а также обладание превосходными коммуникационными навыками. Если вас заинтересовала стажировка в данной компании, перейдите по ссылке на экране. Компания Сибур ищет стажеров. Сибур является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Компания представляет экологически эффективное решение по переработке продуктов добычи нефти и газа, топливо-сырьевые продукты и синтетические материалы с высокой добавленной стоимостью, предлагая актуальные технологические решения и улучшение качества жизни людей.
Направления стажировок разные, от экономики и финансов до управления персоналом. Ведь Сибур – огромная компания со множеством отделов. У холдинга более 20 заводов по всей стране и 30 тысяч сотрудников. Что касается корпоративной культуры, то она здесь одна из самых развитых в России. Недаром компания входит в топ-20 лучших работодателей по версии HeadHunter. Проходя стажировку в данной компании, вы получите опыт работы по специальности в команде профессионалов, примените теоретические знания на практике и получите возможность остаться работать в компании на постоянной основе. Более подробная информация по стажировке по ссылке на экране. На этом у меня все. С вами была Петрова Екатерина и программа «Стажировки для вас». Надеюсь, вы сумели найти для себя что-то интересное. Я желаю поскорее отыскать вам свое место под солнцем, и чем быстрее, тем лучше. Удачи!